Так. Ух, блин, так не хочется торбом катать, если честно. Я пока не буду торбом, наверное, знаете, торба к симке оставим, но потом все-таки. Все-таки. Давайте кем-то поживее катнем. Давайте я катну солдом. Вот солдом полноценно. Я, по-моему, еще ни одной катки не катал прям целиком. Давайте солдом запотеем. Этот персонаж точно живой, правильно? Так, ты что, группа КВК не считаешь? Шаран сказал, что в рамках бета покажут еще новых героев, изменений карты. Так я же сказал, ребята, на группу Анака подписаться должен каждый. Я подписан. Но считать времени, сам понимаешь. Все, я солдат, поехали. Тестим солдат. Let's go. Hi guys. Genji is one right side. Oh shit. I'm sorry. My bad. Минус два? Мужики, зачем на минус два? No cooldowns on point. One. Nice. Да, Сол, конечно, прикольно играется по геймплею. Очень, типа, свободно, прям реально свободно. Даже секунды больше не нужно, пошел дам долбиться, стоять АФК. Очень прикольно. Ну разве это не чудо? Ты посмотри, ну разве это не чудо? Ты выходишь и просто убиваешь людей в игре, в которой ты должен выходить и убивать людей. Инкоминг, попушим. Вот вообще-то. Я говорю, что у него мужик, а почему ты бас отдал в никуда? Можно вопрос? Ладно, неважно, я все пытался зрить. Ну, Сол, приятно, только рука устала. А так, конечно, кайф. Так. Чтобы силу персонажа нормально понять, надо в более-менее равных командах играть хотя бы 3500 АВГ. Да не обязательно, и так понятно примерно потенциал персонажа, плюс-минус. Точно ты не поймешь силу персонажа никак досконально, даже если ты будешь играть 3500 АВГ. Вот. К тому же, если ты собираешься играть в командных противостояниях, это вообще не будет говорить о силе персонажа, ну, чего-то четкого, потому что тимпой начнет влиять очень сильно.
Ну, типа, да, идеальный вариант для исследования был бы ранкет. Около 3500, это да. Какие-то кастомки на 3500, такое. С коммуникацией будет искажаться тоже результат. Но по квикосам тоже примерно понятно. Ты же понимаешь, что ты делаешь на героя, что ты должен делать на нем. Чего тебе хватает, чего тебе не хватает. Насколько это трудно делать и так далее. Картина, конечно, не точная, но сойдет. Нам и не нужна какая-то точная картина. Типа, камон, мы не идем какое-то исследование научное, в котором мы должны там сопоставить какие-то заключения, на основании которых кто-то что-то будет там делать, блин. Это же просто катки в крикосах с первым впечатлением о героях. О том, как они работают. Или не работают. Overwatch 2. Ну, так крыса, конечно, на хомяке. Ой. Какой Ханза, мужик? Ну какой Ханза под тобой? Что он здесь делает? Воу. Понял. Блин, ульти в табе вообще не видно. Что они сделали с интерфейсом в табе? Вот в плане ультимейтов я вообще не понимаю, какого хрена. Статистика — это как бы лайк, это максимальный лайк, но почему я ультимейт не вижу союзника? Мне комбить как? Куда ты его спас, мужик? Ну куда ты его спас? Ну мы бы убили его. Неопытный фисер в команде. Молодой. Горячий. Да. Тихо. Виктория. Ну, слот очень позитивно, конечно, катается в паблике, да. Очень сильно решает то, что хилка есть. Во втором игроке вообще это намного важнее. Это тебя полностью дисконнектит против первого овера в том плане, что качество хилера теперь... очень решает в игре. Очень. Если саппорт спит или хлебушек, то это очень чувствуется в Overwatch 2. Когда ты играешь особенно на таких персонажей, как Кэссиди, там... Ханза какой-нибудь, тот же Аша. Ну, все, кто во время полка получает дамагу. Им всем довольно важно, чтобы саппорт в команде был живенький, попадал в шоты и понимал, что их нужно лечить в принципе. Так, Анак, тебе не кажется, что какие-то проблемы с считыванием информации в бою появились? Даже вот по твоей катке видно, что люди не понимают, как их спину бьют. У меня также иногда не чувствую входящий дамаг или что кого-то убил. Да, есть какая-то проблема. Они, во-первых, в интерфейсе убрали надпись Elimination по центру экрана.
если вспомнишь, раньше оно было. Вот это очень сильно сбивает с толку, когда ты убиваешь чувака, бывает не замечаешь из-за этого. И по поводу атак со спины я согласен с тобой. Иногда звука нету. Иногда отсутствуют в игре звуки. У меня Doomfist иногда, когда я заряжаю панч, он попадает в какой-то как будто бы вакуум, в котором нет звука. Вот, ну, короче, баги существуют. Есть баги, которые влияют на твои... Как это... Ну, это восприятие окружающего мира. Да, есть такая проблема. Но это бета, поэтому, видимо, из-за этого. Но реально есть косяки. Цвета перепутаны тоже. Бывает, чувак за карту падает, вражеский Doomfist падает, он твоего цвета почему-то. Вверху точка кэпается врагом, она почему-то твоего цвета заполняется бар. Только что сегодня был этот баг. Бывает, да, бывает. Не без этого. Насчет багов согласен полностью, ребят. Все-таки реально баги есть. Вначале мне казалось, что багов очень мало в игре, но нет, багов хватает. Тут соглашусь. Ну, не только баги, есть еще недочеты в интерфейсе, как я вот сказал. Например, надпись Elimination куда-то убрали зачем-то. Я к этой надписи очень привык. Она реально очень хорошо показывала, что произошел килл. Зачем ее убрали? Вообще не, непонятно, да? То есть... Очень странное решение. Ого, это что такое? Подголоски вырвачали, смотрите. Но эта бета реально очень багованная по сравнению с первой бетой. В первой бете багов почти не было игровых. Первая бета была сделана очень чисто. Во всяком случае, я их почти не помню, если они там и были. В каком-то количестве эти багулины. А в этой бете прям багов полно насыпало. Начиная от там неправильного отображения скинов каких-то и заканчивая тем, что звуки попросту отсутствуют, их просто нет. Или надписи. Ты потеешь, чего убиваешь, а тебе об этом даже не сообщают. Окей, full reset. Вот его все убило, окей, окей. Надпись на процентами ульты появляется. Там появляется надпись, но она визуально очень... Она типа, видишь, она очень маленькая. Вот только что даже написала You were eliminated, там бойкота. Она вот так усенькая, и она на сером фоне. Она вообще, то есть, незаметно не хватится. Раньше она появлялась здоровенная, прям она была хорошо видная. То есть, ну не знаю, для меня... Eliminate кого-то очень сильно отличается в ОВ-1 и ОВ-2. Не знаю, как для кого. Как по мне, отличие очень сильное. Ну вон, чел убивает меня, и у него появляется маленький квадратик, в котором написано Анак. Это же смешно. Это же вообще бред. Этот квадратик даже не видно в интерфейсе. У меня флешбеки первого уверва еще убили Ренхарда, мужик, не надо. Стою, ломаю шоуду в Сагану на Солде. Пипец, как противно. Удава наваливает нещадно. Окей, это чел просто не мажет. Thanks,
О, вижу, но я не знаю, как здесь выйти. Банка и танк на лице, просто офигеть. Моя Алиса просто слилась с ультой, забежала, ну. Кстати, мужика, который писал в начале стрима, что 80% каток в одни ворота, можно уже, в принципе, наказывать, потому что это явно не так. Сегодня явно больше половины каток, все близкие. И прям нужно заплатить даже для того, чтобы выиграть. Как минимум, оппоненты сопротивляются. О, блин, упал. Куда он отдал нано ему, я не понял. Добрый. Это моё нано было. Так, это прикольно, кстати, мне нравится эта монака. Хайграундики. Удален. О, нет, 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 разбуди. Генри, конечно, в обеих командах. Я умру, мужики, я умру! Танк-диф, ничего не знаю, танк-диф, 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 танк-диф. Ты можешь смотреть заряд ультов в табе. Я знаю, Дмитрий, спасибо за инфу, но я знаю, еще в первом роще тоже это можно было делать. В первом роще только интерфейс переделали, и теперь это очень-очень-очень хреново видно в табе. Супер дерьмово. Зачем они это поменяли, я не понял. А-а-а, ты на бабке сидишь в спине, я понял. Я знаю то, что в табе вот эти вот конченые кружочки, малюсенькие конченые кружочки, которые даже без процента, это типа отображение ульты. Но можно вернуть старые, спасибо. Понял. Что дальше? О, нет, нет, только не меня. Не надо. Ну, может быть, вина был, нет? По идее, виновал. Знаешь, знаешь. Слушай, ну соус стабильно хорош. Нет, соус реально для паблика, соус Overwatch 2, конечно. Там достаточно молодой человек. На нем реально приятно играется. Окей, окей. Окей, окей.